Многоквартирные дома Ленинградской области смогут перейти на прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительство Ленинградской области. Для этого собственникам жилья необходимо провести собрание и большинством голосов принять соответствующее решение. Изменения законодательства России, которыми сделали возможной такую процедуру, были представлены в ходе совещания под руководством министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Михаила Меня. Кроме того, прямой договор может заключаться автоматически в том случае, если при своевременной оплате жильцами счетов за газ, свет, воду или тепло управляющая организация не перечисляет эти средства ресурсоснабжающей компании, а накапливает задолженность в течение более чем 2 месяцев. При этом и управляющая организация, и собственники будут заблаговременно уведомлены о вводимых изменениях. В министерстве подчеркивают, что это необратимый процесс. Вернуться к прежней схеме оплаты за ресурсы через управляющую организацию будет уже невозможно.